Сотрудниками госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Светлогорский в ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой водитель автомобиля Kia грубо нарушает правила дорожного движения. В ходе отработки информации госавтоинспекторы выяснили, что 9 июня около 15 часов в городе Пионерской по улице Комсомольская произошло грубое и опасное нарушение правил дорожного движения водителем автомобилем Kia, а именно движение по велосипедной дорожке, предназначенной для безопасного движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Инспекторы в кратчайшие сроки установили, что данным автомобилем управлял 60-летний житель Пионерского. Мужчина сознался в содеянном и был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Вы понимаете то, что нарушили правила дорожного движения? Да, я нарушал правила дорожного движения, но был вынужден заехать на дорожку для оказания помощи инвалиду первой группы, ограниченному возможности передвижения. Понимали последствия вашего действия, то есть когда двигались по велодорожке, что могло произойти? Я предпринимал все действия, чтобы ничего не произошло. Вот. Раскаяйте своих действий. Да, наверное, можно было по-другому поступить, как-то там развернуться. Действительно нарушил ПДД по поводу движения по велодорожке. Госавтоинспекция напоминает, что залогом безопасности на дорогах является неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.